Зимняя витаминоз, нехватка солнца и, как следствие, витамина D не страшны. В Магнитогорск вновь прибыли знаменитые камчатские деликатесы. Соленая и копченая тихоокеанская рыба приготовлена специально для жителей города Металлургов, поэтому отличается не только особенным вкусом, но и свежестью. Ярко-красная, рассыпчатая и блестящая. Именно так выглядит настоящая икра чавычи. Один только внешний вид камчатских деликатесов уже вызывает аппетит. На прилавках компании «Дары Камчатки» всегда самый свежий тихоокеанский улов. Продавцы деликатесов ручаются за качество товара, поэтому и икру, и рыбку любой покупатель перед покупкой может продегустировать. Внешний вид, чтобы определить, что она свежая, смотрите, она блестит. Плавнички у нее все целые, кожица нигде не тронутая. И аромат у нее бесподобный. Свои удивительные вкусовые качества эта рыба приобретает благодаря особой технологии приготовления. Для копчения используются опилки ольхи, вишни и яблони. Натуральные ингредиенты определяют вкус и этой соленой сельди. Ее бы сейчас на тарелочку со свежим лучком и вареной картошкой. Сельдь бочковая, тихоокеанская, слабосоленая, очень вкусная, солится и перевозится в бочках. Намного вкуснее обычной, которая продается в ведрах. Любителям соленой рыбы производители рекомендуют попробовать еще и скумбрию в рассоле с пряностями или в рассоле с добавлением горчицы. Мясо этой обитательницы морей отличается нежностью. Впрочем, любая тихоокеанская рыба становится мягче и еще вкуснее в результате горячего копчения. Мы привезли большой ассортимент горячего копчения. У нас есть чавыча горячего копчения. Есть скумбрия, очень вкусная, нежная. Есть балычок белорыбицы, белая рыбка. Все рекорды пользы и, как следствие популярности, среди покупателей бьет чавыча – холодного или горячего копчения, а также слабосоленое. Последнее считается диетической, поэтому рекомендовано для детского питания. Специально для малышей на витринах так называемая чиша или брюшка чавычи. В этом мясе совсем нет костей. Увидели объявление, пришли, не первый раз приходим. Вот мы покупали в магазине баночки вот эти вот икры. Там много жидкостей. Мне не очень там понравилось, а вот это вот хорошее. Я ждала, когда приедут, свежее привезут. Взяла соленую чавычу, вкусненькую, и это, как ее, белорыбицу подкопченую. Тоже вкусненькая, жирная, мягкая, хорошая. У меня муж любую любит, без разницы. Я предпочитаю такую белую, вот балык, это, а он вот любую, красную, слабосоленую рыбу. Он без рыбы быть не может. Вот пришла ему, взяла немножко, порадую его. Рыбных деликатесов, подобных дарам Камчатки, не найти в городских супермаркетах. Тихоокеанскую корешку от привычной многим речной отличает более крупный размер. А одного бутерброда с палтусом достаточно для полноценного завтрака. Настолько он сытный и полезный. Приобрести настоящую камчатскую рыбу можно во Дворце спорта имени Рамазана до 26 января включительно. Елена Тимофеева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.